Сотникова ввели режим ЧС, скоро начнут берегоукрепительные работы. Об этом на странице в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев. Алексей Цыденов в выходные выехал на место обрушения берега, выслушал доклад главы села. У нас получается здесь, у нас река в этом месте совсем не замерзает. У нас сточные воды и очистных сооружений. И здесь намывает большую льдину. Соответственно, весь поток воды всю зиму бьет в это место. Вокруг льдины бьет? Да, вокруг льдины бьет, здесь вымывает. Она не тает, и поэтому она чуть-чуть... Сейчас льдина ушла, течение, скорость течения замедлилась, и в связи с этим берег получился уступ. До этого, еще неделю назад, была стенка вертикальная, отвесная, и около 4-5 метров. Алексей Цыденов поручил принять меры по обеспечению безопасности. Детям теперь запрещено подходить к берегу. Отметим, в зоне риска сейчас 48 домов, в которых постоянно проживает 160 человек.